Работать, работать и еще раз работать. Работать на себя, свою семью, своих родных и близких. Упорно и ответственно. У нас, к сожалению, в России за 100 лет не возникло слова «ответственность». Мы безответственны к своим поступкам, чаяниям и делам. Мы все время ждем царя, бога, героя, национальную идею, еще какую-то хрень, другого слова нет. Мы все время ждем кого-то, кто за нас сделает тяжелую работу по созданию нашей жизни. Основная проблема у нас нету слова ответственности за свою жизнь, своих детей и близких.